Это слова благодарности. Тысяч комментариев и 99% тех, на которые у меня хватило сил и выдержки прочитать, положительные. Я очень сильно воодушевлен этим. Воодушевлен тем, что поднял большую массу таких великих людей с большой буквы, как мы с вами, простые трудяги. Мне кажется, не было ни одного Слава Богу, действующего предприятия у нас в стране, с которого бы не прилетели слова поддержки в мою сторону. Я безумно счастлив, что смог объединить вокруг себя столько единомышленников, хоть и сам не ожидал этого, да и не ждал. Сплотились вместе все, от Нурникеля до рыбаков, которые на Камчатке, от Челябинской металлургии до дальнобойщиков, которые в дороге, сельхозработники, врачи, учителя, энергетики, и многие другие руководящие должности предприятий отписались добрым словом. Низкий вам поклон, люди труда, люди, благодаря которым у нас есть хлеб на столе, свет и тепло, не благодаря нашей верхушке, которая свесила у нас наши ножки, а благодаря вам. Мне до более приятны ваши комментарии. И я прошу прощения за то, что не успеваю физически прочитать их все и ответить на возникшие у людей вопросы. Мне приятно видеть десятки комментариев о том, что после просмотра моего ролика у людей открываются глаза и появляется чувство пробуждения и значимости. Всем спасибо за понимание и за ваши золотые руки.